Здравствуйте, с вами Александр Жига. Я хочу показать вам, как выставляются у нас крючки из шпагата. Вот, получается, у нас намотанные крючки. Мы видим в ящике у женщины. Она стоит вот на таком лифте. Да, и вот раскладывает, развязывает нужное количество, чтобы опустить шпагат до уровня, чтобы можно потом клипсы прикрепить, и смотрит по количеству растений и по расстоянию выставляет у нас две шпалеры. Одна, вторая, вот тут лучше видно, две шпалеры. И когда мы выставили уже вот эти две шпалеры, вот так выглядит.